Так. Пошли, у нас еще час есть в запасе. Посидим с тобой, попьем капучино в баре. Как раз ты там воды попьешь. Пошли. Здесь у нас центральная тюрьма. Прям в центре практически. Спрашивали, говорит, какие-то новости есть за Лину? Нет. Ну, как в процессе, идет в процессе. В этом доме тоже я работала, но здесь я была на подмене. Девочка уезжала в Украину. Тоже вдова. Молодая. Ну, молодая, по сравнению с Симонетой. И тоже муж-пилот. Тоже пенсия хорошая у нее была. Хорошая квартира у нее. Куча ковров. Это постоянно надо было эти ковры поднимать, мыть под ковровами. Хотя она живет одна, там пыли-то и не было. Идем, сейчас идем. Сядем, попьем капучино. А как эту звали, я не помню, но симпатичная такая, маленькая, миниатюрная была, светленькая. Вот магазин обувной. Я там как-то снимала. Ну, вижу, прямо у нас энтузиазм. Я потом Дэна выведу, тоже с ним пройдемся. Идем. На той стороне тоже есть барчик. Там как-то поуютнее. Вон там у нас получается видна тюрьма. Кто такой, мой хороший? Устала? Ну ничего, будешь спать хорошо. Вот в этот барчик пошли, сядем. Хотя он тоже он какой-то весь закрытый, я не хочу в закрытом сидеть. А ну идем. А ну подожди, я спросила, говорю, куда мне идти, где эта улица? Чего ж они закрыли, такая жара? Я не хочу вот сидеть в закрытом. А там что-то мне, ну не знаю, что-то тоже не понравилось. Он говорит, перенесли. Я же тоже помню, что на этой улице тоже есть центр иммиграционный. Мигранты, видите, мебель делают. Вот. Я говорю, хорошо, оно тут просто все рядом. Я говорю, хорошо, сейчас я пойду по адресу, который написан, говорю, в бумаге. Да, Шанель, если бы с нами шел Денис, он бы, блин, обрадовался вот этим километром, который мы с тобой идем, он бы был бы счастлив. Тоже из культуры, видно, идут с папочкой. Вот. Все с документами идут. Идем. Сейчас воды тебе дам. Вот эти вот на таких дорожках, вот эти вот кусты, они должны быть подрезаны на таком тротуаре. Стой. Тротуара практически нет. Кусты разрослись, слово разрослись. Я начала выговаривать только... Благодаря Ютубу я не выговаривала ему. Для меня очень много гласных в одном слове. Молодец, на руки не просишься, умничка. Что же, видите, частный сектор. Идем, там тоже есть бар. Ага, энтузиазм есть, да? Молодец. Карла говорит, что ты их дома не оставила? Типа одного, я говорю, ну я потому что видела, что он на нее... К ней подходила, на него рыкала через раз, это во-первых. Сколько земли, да? Говорю, она на него, говорю, рыпала, говорю, это во-первых. А во-вторых, он к ней подходит, я такая, говорю, Шанель, нет, она такая ему. Блядь, я понимаю, что вы по ту сторону экрана думаете, вот это долбанутая. Ну, а что вы хотите? Да, я такая. Ну, что здесь, что делать? Ну, что, ну, вот что поделать? Ну, но то, что там я издеваюсь над животными, боже мой, господи, не дай бог, какие вы злые женщины. Да, Шанечка? Да, моя хорошая? Я, кстати, посмотрела собаки, которые пострижены в, ну, в этих вот магазинах для собак.
Вот, то это самое, они просто подстрижены ровно от того, что эта машинка просто ровно. А у меня, ну, и то она сейчас уже вот отросло, уже не видно. Все, оно уже срослось в одно единое. Я вчера видела собачку, она еще в раз меньше, Шанель еще меньше, прям мини собачка. И она вот подстрижена прям практически на лысо. Ну, уже лето видно, ее прям вот побрили. Вот. Ну, я пока не стригу коротко. Не знаю почему. Пелюшки такие бегают. Животик подстригаю, понятное дело, потому что некрасиво, формы нет. Так, и тут все закрыто. Идем спросим. Хорошо, что мы еще пришли с тобой рано. Подожди, Шанель, теперь я не знаю, там какой-то барчик есть или нет. Я знаю, что там есть. Значит, перенесли вот отсюда. А, перенесли, как тот мужик и сказал. Говорит, что написан адрес один, а перенесли. А вот если бы я не пришла заранее, это паспортный стол. И если вы теряете там документы или ключи, идем на перейти надо. Здесь заявление пишите. Теряете паспорт, карточку там, не знаю. Вон какая модная бабушка с цветом волос. Так, лопатки соединили. Животы втянули. Сейчас идем, моя хорошая. Ага, подошла, мы перенесли туда. Потому что мужик говорит, вот здесь. Я говорю, да, я помню тоже, что я тут отпечатки пальцев, говорю, сдавала. Говорю, ну написан же другой адрес. Все, видите, попереносили все вообще. Да, моя Халёся, ты довольна? Гуляешь? Ну, потом в магазин пойду, ее оставлю дома, с Денисом пойду в магазин. Да? Шанюля, отращиваем ей шерсть на... Не шерсть, а волосы на ушах. Ну, я с тобой хоть похожу. Да, я с тобой похожу. Калории пожалуй. Что ты там писаешь? Там у тебя уже писюхать нечем. Ага, пацаны тоже идут, а там все уже перенесли. Сянечка. Блядь, в поисках бара. Ну, потому что тот мне не понравился. Тот был закрытый. Здесь был еще один, но хочу поближе туда подойти, к месту, где мне нужно. Заброшенный, видите, наверное, продать, даже не написано, что продается. Семейные вот такие вот дома, там несколько, наверное, поколений живут, наверное, бабушки, мамы и потом еще дети в таких домах. Так, Шанель, мы с тобой не потерялись? Ага, все правильно, мы сюда и вышли. Пошли, вот здесь, я помню, что я здесь пальчики сдавала давно еще. Будем надеяться, что сейчас все сделаем. Ну, найдем уже вторую двойняшки. В общем, к этому бару мы и вернулись. У нас есть еще полчаса. Мне или вот в эти ворота, или в другие ворота. Там, где куча людей сейчас стояла. Очередь на улице. Все, здесь мы сейчас точно попьем капучино. Главное, чтобы были траминсины. Вот если их нет, вот это уже не камуфло. А если я сделаю все быстро, ну, учитывая, что она медленно ходит, возможно, мы бы успели в другую клинику. Она там до часу работает. Хотя сегодня понедельник, возможно, там утром все закрыто. Ну, молодец, на руки не просится. Бля, она дофига со мной сейчас прошла. Так, ну что, пошли спросим, что здесь есть. Она, кстати, боится заходить, она не заходит в эти самые. Идем. А, зашла. Ух ты, лянь. Ага. Бонжорно. Сказали, сейчас принесут. Побыстренько пьем капучино. Сейчас тебе водичку принесут. Какой-то непонятный вообще хлеб. Ну, типа, я люблю вроде как стону, но, ну ладно, неважно, уже взяла все. Спасибо тебе, Господи, за сегодняшний завтрак. Я счастлива. Я безумно счастлива, что ты меня так любишь, Вселенная. Становится жалко. Сколько я заплатила? 4,60 я заплатила. А в центре я плачу 5 чем-то, но там
ну, как-то вкуснее булковый. Сейчас тебе воды, ну, воду принесете или мне самой взять? Я принесу. Ну, вот такой вот непонятный какой-то этот самый. Я первый хлеб всегда снимаю, ну, верхушку. Ем только вот этот вот остаток. Да, яйца нет, ну ладно. Сейчас, Шанель, сейчас мы как раз вовремя туда подойдем. Все сделаем. А с тобой тогда уже пойдем. Слушайте, я не знаю, как я буду еще 2 месяца ходить без покрашенных волос. Мне так некрасиво. Пока она принесет воду, я сейчас сама тебе ее куплю и напою тебя. Жизнь прекрасна и замечательна. Вкусно. У меня сегодня без стрелок. Он просто тенями замазал и все. И меня гетто стащил. Холодно было вчера. Я вырядилась в колготах. Ну и в этом. В кроссовках. В брюках, в пиджаке. Пиджак уже сняла, жарко. Начинает парить. Я тебе бутылку не взяла, потому что я знала, что мы будем с тобой в бар. И ты попьешь. Она подтекает, она лижется. Не знаю. Очень вкусно. Молодец, да? Выделила вкусное капучино, а воды тебе не принесла. Сейчас пойдем возьмем, не переживай. Обычно при входе в бар везде стоят эти миски с водой. Кому не нравится, как я ем, мне смотрите, я ем с благородством. Я ем с удовольствием. Только жара, пооткрывайте двери, чтобы мы их закрыли. Ну, не душно. Это женщина. Угу. Булечка, блин. Ну, кстати, покупать надо. Я не могла вчера покупать, кстати. Настроение упало. Ну, как же так? Как же так? Как ты могла, пацаны, при всех, блядь, с ним заниматься?
думала, что собачка встает на собачку. Этот мужчина делает телодвижение. Карла говорит, да, делает как мужчина, еще и позы меняет. Бля, ну не карлик это место. Пофиг. Где мы? По делам пошли. Пошли воды попьешь. Я так уже дали. Мы сейчас подходим уже. Это что еще? Что это такое? Главное, чтобы это было все по времени, чтобы я тут не стояла сейчас час. Вот сказали на 11 с чем-то, вот ты прошел и победил. В принципе, должно быть быстро, потому что ты приносишь уже весь пакет документов приготовленный. Я подавала на обновление в июле того года. Познакомилась с Украиной. А я думаю, ждешь ты меня или нет? А, ты еще здесь. Ты хотела кофе выпить? Я в тот бар не пойду, мне там не понравилось сейчас. А это другое, это далеко. А я жду мужа. Если у тебя есть время, то можешь пойти. Послезавтра увидимся. Ты когда ты сюда? Ты должна возвращаться, да? Ну, я вот думаю, что вот сейчас и потом уже за пластиком. То есть ты думаешь прям... уже все, финал? Да. Вышла я. Естественно, мне сказали вернуться. А скупой платит дважды. Мне сказал... Серджик с этим Женей, ну, знакомые мои тут итальянские миллионеры. Говорит, Мари, говорит, иди, говорит, в ЖЭК, ну, в ЖЭК я так называю. А ты возьми, говорит, бумажку, где ты прописана и кто прописан вместе с тобой. Я пошла. Мне говорят, 17 там евро. Я говорю, а вдруг мне эта бумажка не нужна будет? И такая, говорит, да не буду я платить этот документ. Я сейчас сижу, подаю документы. Сама дурочка ляпнула, говорит, типа, что-то, как это вот теперь не дается карта, у меня была безграничная, ну, типа, ты живешь в Италии сколько хочешь, да, вот по семейным обстоятельствам. Теперь дают, почему же это сейчас все меняется, дают на 10 лет только. Вот я подавала в июне того года, очередь у меня была. Я говорю, а почему так, ну? А он говорит, потому что понабирали документов на безлимитную жизнь в Италии, поуезжали, повозвращались в свои, говорит, страны, а, говорит, и не могут, ну, там социалки понабирали, умничка моя. Это теперь не может, не могут, ну, проверить, наверное, там кто-то там наверху, или кто там, сколько людей проживает на самом деле, сколько они проживают. Вот, в общем, послезавтра надо возвращаться. Говорит, 8 придешь, я говорю, вы что, гоните? Давайте в 11. Я говорю, ну все, тогда придется мне только замуж выходить, да? Он хочет улыбнуться, пацан хороший. Хочет улыбнуться, но не может на рабочем месте. А вот две тёлки, которые сидели, одна так вообще играет в полицейский участок. Вот это насмотрелась фильм «Полиция» по 5-му каналу вчера шоу. А другая такая постарше. Сидит за другим столом, но все равно слышит, о чем мы говорим. Сиди, занимайся другими. Чё ты лезешь вообще в нашу жизнь с этим парнем? Я говорю, это самое. Вот если летать, какой документ будут сейчас? Он говорит, куда? В Турцию. В Турцию, когда хочешь. Прям завтра. Я говорю, так, а вылетать с каким документом? Я говорю, если этот документ, с которым я к вам сейчас пришла, написано, что я, он до 3 числа. То есть я к вам пришла вот 3-го. Все, завтра. Ну, к примеру, я вылетаю. С каким документом я влетаю? Там же не написано, что типа продлен на ожидание. Короче, не знаю. Шаня, идем, может, мы с тобой еще успеем сейчас в другую клинику сходим. На всякий случай. Умничка, такая умничка.
Такая умничка. На ручках сидела. Но это, конечно, не Дэн. Дэн бы не дал бы там сидеть спокойно. Он бы там весь изворочился. Хотя можно, в принципе, было и с двумя собаками пойти. Там все равно как базарный двор. Вот. Ну, в общем, скупой платит дважды. Как-то был и прав, Женя, что возьми этот документ. А он мне еще говорит, Женька, говорю, там, говорю, платить надо, говорю, 17 евро, говорю, нафиг надо. А он говорит, не, ну на кого попадешься, кто-то скажет, не надо, а кто-то скажет, надо, так как у тебя, он мне этот полицейский говорит, так как у тебя, ну, типа, же дети с тобой проживают, то надо, конечно, и их документ. Они работают? Я говорю, да. Ну, типа, они меня, типа, содержат. Контракты о работе. Возможно, попросят, не знаю. Ух, мы нагуляли сегодня. Что, пошли на улицу, не парит, не жарит. Я с девочкой познакомилась, она говорит, Марина, говорит, я... Телефонами обменялись. Она говорит, я, правда, не в Пизе. Я говорю, ну ты ж на машине. Она говорит, да. Я говорю, ну все, ты ж на машине. Она говорит, я, говорит, в апреле там, в том году подавала. Говорит, до сих пор хожу к ним. Говорит, то того не хватает, то того не хватает, то отсылает. Говорит, там была, говорит, одна женщина, так грубо со мной, говорит, разговаривала. Шанюн. Я говорю, ну понятно. Говорю, просто есть люди, которые думают, что они заняли высокий пост. Идем, Шаня, идем. Нам сейчас туда, зайчик, идем. Чуть-чуть осталось нам, чуть-чуть осталось. И ты пойдешь домой, помоешь лапы и будешь спать целый день. Ты сегодня нагулялась. А завтра тогда или с двумя с вами пойдем пешком, если не будет дождя. Или с Дэном. Если дождика не будет, потому что если будет дождь, никуда мы не пойдем. Что там Дэн не гавкает дома без нас? Ну что, вот еще одна клиника. Собачья амбулатория, ветеринария. Сегодня понедельник. А Матина утром он принимал по записи с 4. Пошли домой. В 4 вернемся, если захотим. Вот он, закрыто. Ну, Шанель, я тебе говорю. Это мои паранойи. У меня, блядь, кирпи скачены. Все, пошли домой. Вот. Сходили, сделали. Все, сходили, сделали. Я довольна. Послезавтра поднесу документы. Тогда 4. Пойдем сейчас полы домой помоем. И возьмем Дениса, после 4 придем. Ну, опять же, это я только... Надо было номер телефона взять. А все равно придется идти гулять с собакой, если дождя не будет. Мы сходим. Я хочу просто, чтобы спросить, что, если у собаки течка, он на нее залез. Течка продолжается. Она подтекает. Хотя Карла говорит, это уже ничего не важно, это уже все в прошлом. Даша, идем, все, нагулялась. Находилась. Вела ты себе, молодец, хорошо. Жарко стало. Как раз сейчас полы помою. Вот. Жизнь прекрасная и замечательная.